Господина Шандая покинули 5 килограммов героин, он не занимался этим вопросом совершенно. Подкинули его и сказали, что других надо найти, кто с вами причастен к этому. И вот 5-6 месяцев тому назад занимались эти ребята, ну сейчас оттуда бросить заниматься своими семейными делами. Вот их привезли тоже из аула. Этого молодого султана были, с ним был 6-летний сын, его выбросили, пригласили его, что мы ищем скоты, ищем лошади, и вот их задержали. По этому поводу, когда были выборы мира города Шар, я съездил в качестве правозащитника, проводил мониторинги. 16 января я посетил номер 4 СИЗО. И там я встретился со всеми троими задержанными, арестованными. Их избивали в течение 3 месяца, пытки сделали. И вот получили признательные показания.